45 снарядов это прилетело? Да, как минимум. Но это еще два попадания за последний месяц. Угу. И уже стали применять зажигательные. Вас эвакуировали? Нет, никто здесь никого не эвакуировал. Пролетел снаряд один, он разрушил его, угу. А потом где-то через пару недель прилетели зажигательные. В этот вот дом, сюда же, да? Его разрушило сначала, а потом спалили. Вон весь воронка. Ну вот, это последние обстрелы. От дерева лист засох это в этом. Ну, 3 июня. Надежда Павловна, скажите, вас как-то хотя бы переселяют отсюда? Переселяешь. Кто хочет, тот уезжает. А вы почему остаетесь? А я не хочу. У меня здесь 4 комнаты. А в общежитии я никак не хочу. Стрелять перестали бы, прекратили бы эту бойню непонятную. И люди бы все возвратились.